Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Шарарама. Видим, какая-то пластинка нарисована с стрелочкой. Наверное, треки будем крутить. Давайте узнаем. Диджей, разбуди пчел треками. Ага, прикольно. И наверное, все. Так, тут что-то вот три комнаты нам показывают. Уютная квартира. Три комнаты для тебя, гостиная, спальня и кухня. Кухонный гарнитур для веселых кулинарных экспериментов. Тихая спальня с луной за окном. Понятно, так подарок карте. Карта, к сожалению, на 12 месяцев. Дороговато для домика. Но опять же, кто хочет купить карту, то вот покупайте, как раз будет приятный подарок. Еще и румбики сверху. Давайте узнаем. Диджей, устрой весеннюю вечеринку, сыграй треки и разбуди моих пчелок. Сыграй 5 треков в ромашковой долине, получи аксессуар корону. Сыграй 10 треков на автодроме и получи куртку с шарфом. И за 20 треков на пляже получаем клуб сотый. Ах ты, прикольно. Давайте начнем с малого, начнем с ромашковой долины. Так, здесь... О, королева пчела, прикольно. Ай. Бз-бз, спать охота, весна пришла, а пчелы спят. Разбуди пчел, включай веселую музыку, миксуй треки на три диджей-пультах с шарарами и получай подарки. Так бы и сразу. То есть те же... Тоже, только другими словами, да? Здесь, наверное, очередь. Играть. Возьми на прокат наушники, диджей, зайди в свой гардероб и надень. Так, наушники. Ага, вот столько много. На выбор их. Даже не помню, какая у меня там одежда. Нужно хоть глянуть на себя. Вот такой вот. С иракезом. Блин, надо меня закрыть обязательно. Все, вижу. Теперь вижу, какие мне наушники можно взять. Хотя особо-то немного можно. Ладно, возьму такие вот голубенькие. Ультразвук. Да. Спасибо. А честно, на каждой локации нужно разные наушники покупать или нет? Занимаем очередь. Ну я буду третий. Ты можешь передвигать это окно в любую часть экрана. То есть можно передвинуть и смотреть, кто там чего пишет, да? Жалко только, что нельзя заниматься своими делами, да, пока вот там играют. Там сообщения почитать, там открытки там и так далее. Или переодеться. Так, выбирая, какая музыка будет, пускай будет там металл. Ой. Так, начнем. Двигать. Не нравится. Музыку. Так. Пока что-то не очень у меня получается. О. Музычка начинает развиваться. Типа там дымок или что? Мия. Вот этот звук хороший. Такой. Ну, не знаю, я никогда тут играть особо не умел. Ну, в общем, отлично. Ты сыграл один из 5 треков, продолжай играть, чтобы получить подарок. Давайте пока пойдем в другие места. Сыграй 10 треков на автодроме. Интересно, чем они отличаются? На автодроме тут как-то вообще тихо совсем. Ну, только 2 человека. Я и еще кто-то. Ну, вот сейчас посмотрите, как все поменяется буквально через пару секунд. Народ увидит, что я здесь. И резко сюда высыпет. Ну, получается, все то же самое, да? То есть просто
Почему-то там нужно 5, там 10, а там аж 20 там. Вот-вот, начал народ подходить. А, так, я выбираю, был металл. Пускай будет теперь, не знаю, электро. Так. А что за кнопка? Ничего нет. Странно. Может, громче нужно? Чувствуй ритм. Ха-ха, чувствую ритм. Чувствуй ритм. Чувствуй ритм. Так. Но как-то пока ритм, просто ритм и все. О, тяжелее пошла музыка. Басы добавились, все, я понял, сверху это басы. Ай, пока я только начал разбираться, уже закончилась музыка. Ладно, идем дальше. А, так, опять я выбираю, давайте, не знаю, джаз попробуем. Все-таки с басами прикольнее. Что-то типа такое из Роберт Майлз, вот, похоже. Ну, почему никто не... А ну... Ну, музычка хорошая, только... Для ее создания, скажем так, я не делаю ничего. Или музыка громкая, эти вот дополнительные всякие действия не слышно. Либо так задумано, не знаю. Не получается ничего. Ну, это, конечно, долго. То есть, чтобы получить эти вот все призы, это долго. А, ну, в принципе, в шарламе время летит незаметно, да, поэтому можно сделать все это довольно-таки быстро. Так, ну, обновления, как бы, на любителя, мне такие обновления, в которых ничего сделать, там, кроме, там, повторять одни и те же действия, мне не сильно нравятся. А поэтому давайте я попробую пройти урок сегодня. Ну, не сколько урок, но написано, что урок, да? Умникус не в себе. А, приходи на мой урок сегодня, будем превращать принцесс в лягушек. А для этого нужно... А, как раз вот один день у меня остался до этого задания. А, приготовить зелье, собери дары леса и заработай 15 смешинок. А, набери морской воды, спустись в подводный мир. И покорми принцесс, заработай в кафе на пляже 15 смешинок. Давайте для начала спустимся в подводный мир. Так, вот он у нас. О, класс, ау, там кто-то кричит. Так, выполнено. Дальше, идем в лес. Так, вот они, дары леса. Вспомнить, как это делается. Так, набери 500 баллов и получи визу на 3 поездки в джунгли. Ох ты. Ну, мне это не интересно, у меня виза. Так. И так, как бы, хорошая. Так, это, по-моему, я уже забыл, какие хорошие здесь грибы, какие ягоды. Плохие. Так, это вроде плохая ягода, да? Нет, хорошая. Да что ж мне одни хорошие подсовывают, да? Не, я, конечно, не против, просто я уже забыл. Тоже хорошая, а это плохая. То волчья ягода, все. Но-но-но. Но мне нужно, по-моему, всего лишь 15 полезностей найти. Это будет 15 смешинок, больше не нужно. Опа, блин, я ж пригнулся. Так, ежик, ты мне... Не нужен. И гриб у тебя плохой. Висел так. Это понятно. Это земляничка. Это ежик. С хорошим грибом. На том месте мог бы был хороший гриб. Я бы его мог взять себе, но его взял ежик.
А, стоп, нет, вот это земляничка. А то было что-то другое. 80 баллов есть, это уже 8 смешинок. Ну, грубо говоря. Так, с мухоморами мы не дружим, аккуратно. Так, не спеши. А это тоже плохая, по-моему. Нет, хорошая. Я уже ничего не помню. Ай! Ну вот, когда навстречу тебе летит, то тяжело как-то успеть сориентироваться. Мой спутник, он должен был защищать от летучих мышей. Почему-то не защищает. Вот. 130. Еще две каких-то вкусности. Полезности. Одна. И можно выходить. Так, мне нужно, по-моему, сгрузить все-таки это Копатычу в корзину. О, вот. И можно выходить как раз ровно 150. Надеюсь, засчитают. Да, 15 смешинок, 15 опыта. Спасибо большое. Так. Да, засчитано. Осталось поиграть теперь в кафе на пляже. Идем на пляж, там как раз под музычку диджеи играют. А мы будем работать в кафе, разносить диджеям напитки. А, так. Не помню, правда, сколько здесь нужно чего заработать, чтобы было 15 смешинок. Да, хочу поиграть в кафе. Только не хочу играть на большой сложности. Или хочу. Это будет просто тяжело. Ладно. Так, вспоминаем. Поднос, поднос. Поднос. Так, дальше тарелки обязательно. Это, конечно, тяжело. Сюда хлеб везде. Так, и начинается. Колбаса. Сыр. Помидор. Салат. Кетчуп. И горчица. Так, стаканчики с мороженым всем. А сюда крем-брюле. Фруктовая. Фруктовая. Так, всем стаканы. Ой, выставить. Да ж так долго, блин. Да что ж ты делаешь? Почему не ставится? А, апельсинчик, хорошо. Сюда просто минералочку. Так, а сюда тоже апельсинчик. Что-то я вообще пока не могу сориентироваться. И поехали. Колбаса, помидор, салат, горчица, кетчуп есть. Так, сюда колбаса, помидор, салат, тоже горчица, кетчуп, да? И еще салатик такой. Ох, он уже почти ушел. Так, подносы. Дальше. Стаканчики для мороженого. Бокалы для напитков. Везде хлебушек. Почему он не ложится? Слушайте. А, тарелки нужно. Тю, блин. А я пытаюсь им хлеб положить так. Так, ну только у меня нет времени. Центральная сейчас убежит. А, колбаса, помидор, салат, горчица, кетчуп, мороженое. И яблочный напиток. И еще ему надо картошка фри и салат. Так, теперь нужно остальным по-быстренькому все накидать. Они тоже уже он злые на меня, что я так долго их обслуживаю. Яблочный напиток и шоколадное мороженое. Есть сюда апельсинчик. А шоколадное мороженое. Картошка фри, салат. Ай, он ушел, блин. Он ушел. Меня что, теперь оштрафуют, с работы выгонят? Так, колбаса, помидор, салат, горчица, кетчуп. Так, мороженка. А теперь бокалы нужно всем расставить. Яблочный сок, картошка фри и салат. Есть, этого успел я обслужить. Так, теперь нужно левого обслуживать. Водичка ему. Так, тарелочка тоже ему нужна. Без тарелочки никуда. А, колбаса, сыр, помидор, салат, кетчуп, горчица.
Так, и мороженое нужно ему вот такое. Все, ушел, молодец. Так, я даже пока еще успел. А вот, конечно, следующий заказ сложный очень. Колбаса, сыр, помидор, салат, там все есть. Горчица, кетчуп, такой салат. А мороженое шоколадное и вишневый напиток. Успел. Так, дальше, кто следующий? Тебе сюда фруктовое мороженое, водичка нужна. И всего лишь хлеб с колбасой. Думает, хоть что-нибудь дали. А то голодный, отсюда уйду. Так, бокалы. Расставляю. Тарелки есть, хлеб разлаживаю, везде хлеб нужен. Как же без хлеба? Тоже там колбаса, вишневый. А стаканчики всем нужно расставить для мороженого. Крем-брюле есть, хорошо, отлично. Так, дальше. Сюда фруктовое мороженое. Я не с того начал. Крем-брюле. Водичка обычная. И пошли колбаса, сыр, помидор, салат, горчица, кетчуп. Отлично. Так, вроде как я уже вошел, скажем так, в ритм. А, все получается. Так, сюда, в общем, все это я сделал. Сыр, помидор, салат, горчица. А чего-то я не так сделал. А чего не хватает? Неправильно здесь что-то сделал. Сыр не нужен был. Ай-яй-яй, это плохо. Так, из-за этого можно и проиграть. Так, колбаса, сыр, помидор. Привык, что они все сыром все заказывают. Так, стаканчики. А, сачок. Дальше. Стаканчики для мороженого. И шоколадное мороженое сюда. Есть. Так, дальше. Колбаса, сыр, помидор, салат, горчица, кетчуп, салат, мороженое шоколадное и водичка минеральная. Еще одного мне обслужить, поэтому можно уже остальным не ложить там заказы. Так, колбаса, помидор, салат, горчица, кетчуп. В общем, все успеваю, все хорошо. О, 15 смешинок. Все, можно выходить. Под конец, конечно. А почему два раза больше смешинок? А я старался, корячился. Можно было выполнить меньше намного. Ладно, что делать? Так, ха-ха, шутка. Не будем никого превращать, но зелье вышло вкусным. Спасибо. А, узнал меня? Это же я, Крош. Я выпил волшебное зелье и превратился в Умникуса. Давай разыграем смешариков. Приходи в школу магов. А, напиши в общий чат «Учитель в классе». Всем встать. А, подготовь доску к уроку. Сыграй волшебный карандаш. А, так. Единственная игра, из-за которой меня банили в Шарараме два раза, да? Это вот волшебный карандаш. Я там по незнанию писал... То, что мне говорили, оказывается, нельзя. Так, учитель в классе, что там? Всем встать. Так, засчитала? Засчитала. И теперь нужно сыграть волшебный карандаш. Посмотрим. О, сразу куча народу набралась, хотя не было никого. Так, ты рисуешь слово журнал. Так. Не знаю, правда, как его правильно рисовать. Так, подсказки как-то... Всякие там рисунки. Так. А, подсказывать нельзя, да? Подсказка. Да, Жей поставил, сразу подсказал, да? А, ну, молодцы, в принципе. Как можно было нарисовать журнал? То есть его же с книгой не отличишь. Ну, вот как-то так. Я думаю, я и так красиво нарисовал.
У меня дочка красиво рисует, на рисование ходит, а я с рисованием вообще плохо, не дружу. Упс, пока мы играли, я потерял свисток с заклинанием, которое расколдует меня. Ой-ой. Я не могу превратиться обратно в кроша. Вдруг Умникус увидит. Вот беда. Попробуй найти свиток. Посети 6 клубов. А может, свиток унесло в море? Посмотри подзорную трубу. И поищи свисток на пляже. Сыграй в секретики. То есть мне нужно только сыграть в секретики, получается. Мне не нужно выигрывать, да? Так, секретики. Так, стоп. Как сыграть? Вот. Да, хочу. Ну, Цыпайка, ты, надеюсь, меня простишь, а я не буду играть с тобой в секретики. Я просто возьму, все разложу и потом выйду. Иначе просто я потом не успею записать все задания в видео. Потому что если быстро там сыграть, то можно. А если бывает, там противник долго ходит, там думает, то это, конечно, вот как сейчас. Прячет, видите, как долго. Так, ну вот, начинаем. Все, я выхожу. По идее, мне должно засчитать. Простите меня еще раз. Да, засчитала. Так, подзорная труба на пляже. Вот, подзорная труба. Как раз вот я здесь рядом. Посмотрел, все хорошо. О, рыбка там прыгает. На сковородочку пьёб. Или в аквариум. Засчитано. И теперь нужно 6 клубов посетить. А, причем, насколько я знаю, клубы можно одни и те же посещать, а может и нет. Так, вот один засчитали. Я сейчас просто проверю. Попробую заходить в один и тот же клуб. А, вот он, один и тот же. Нет, не засчитывает, нужно разные клубы посещать. А, ну, кстати, можно даже платные, по идее, посещать, да? Вот мне когда-то давно еще помню. Вот вход Эсме, 99 монет. Хочешь? Нет. Так, Эсме, это там вообще, помню, какой-то высокий уровень у игрока. То ли там админ, то ли кто-то еще. Насколько я помню, я так не сильно даюсь в подробности. Мне чужие проблемы не волнуют, скажем так. А, так, еще там. Один клуб, потом еще два и все. А, так, еще два клуба, да. А интересно, если в свой зайти, засчитает? Я сейчас попробую, чисто ради интереса. А, найду его на карте. Вот, получается, сейчас 5 клубов. А, мой клуб, а где ж мой клуб? Я не помню. Как он выглядит? А, мой клуб закрыт, поэтому я в него не зайду. Ладно, не буду проверять. Да так, хотел приколоться. А, мы нашли обрывок свитка. На нем отпечаток лапы вора. Значит, свиток похитили. И что? А, свиток превращения утащили чудики. А скорее в погоню. Накопи позитивную энергию, найди 3 штуки в шарораме. И найди в шарораме 3 чудика и прогони их. А где же я их найду? Ну вот энергию позитивную одну я уже нашел. А, ну чудиков я дело в том, что ну одного найду, кажется, вот сейчас там. Потом, пока второй появится, это нужно будет долго ждать. Поэтому, скорее всего, я не смогу выполнить это задание. Стоп. Я ж позитивную энергию только что взял одну. Почему не засчитали? А интересно, в подарках, а я смогу принять позитивную энергию или нет? А вот, допустим, Глебу шарик послал энергию. Так, тут подарков, чьи ключей куча. Так, сейчас я еще найду энергию. Вот Дресс энергию прислал. И Семен Биби тоже. Смотрите, не считает. Не считает. Блин. Плохо. А, видно, в играх не засчитывают это вот энергию. Я вот сейчас заработал 5 энергии, посмотрю. А, засчитает или нет? Вот чисто интересно. Нет, не защита. Только нужно именно находить. А, в общем, нет у меня времени сейчас все это дело находить. Куплю-ка это все за румбики. Было больше времени, я бы, конечно, выполнил. А, спасибо, ты вернул свисток. И теперь я смогу вернуть себе истинный облик.
Уф, еле успели. Надеюсь, Умникус простит мне все шалости. А давай сделаем для него подарок. Напиши 5 сообщений в шарафон, что подарить Умникусу. Сделаем магическое ожерелье, собери 3 жемчужины на пляже. И потренируйся. В вежливости отправь друзьям 5 открыток. Вот как раз в тему, да, шарафон, открытки. Это сейчас вот по плану у меня дальше делать. Так, жемчужины. 1. Ага. А еще 1 через 22 минуты. А интересно, здесь засчитают мои подарки? Вот эти. Там же был жемчуг, да? Вот, жемчужина от Глебуся. Принять. И от Вакия. Тоже принять. О, засчитали. Спасибо, друзья, кто помог. Так, я отсюда иду, тут сильно громко. Остальное сделаю уже в своем клубе, потому что здесь как-то привычней. Для начала заявки в друзья. Все, зависло, затаило дыхание. О, 61 заявка. Маловато в последнее время заявочек, потому что уже, наверное, все, кто мог, уже подобавлялись, да, в шарараме. Так, и открытки. Кому бы написать открытку? Да, в принципе, я не буду там где-то искать. Вот тех, кто позаходили в клуб, да. Вот. Правда, сейчас качество нужно сделать поменьше чуть-чуть, хотя бы среднее. Вот, допустим, нажимаю. Подарить подарок. Ого. Бесплатные подарки можно дарить, оказывается. А я не знал, честно. Но мне открытку нужно дарить, а не подарок. Обалдеть, как все сделано по-другому. Раньше такого не было, это вот поменялось уже. Давно сюда не заходил, а мелочи приятно, да? Так, ну я хотел все-таки открытку. Потом. А, вот. Открытка. В общем, не получается мне отправить открытки. Нажимая на кого-то отправить открытку, у меня все виснет. Может, потому что друзей много, там вот выбирать нужно. Но не могу я это сделать. А сообщение отправляю легко. Вот, нажимаю там этот отправить. Вообще, работает как часики, видите, вот. Этот открытки не получается почему-то. То есть вот по сообщениям я задание выполнил, но по открыткам это, конечно, полный бред, как бы, но приходится покупать за румбики. Спасибо, что вытащил меня из этой колдовской передряги. Держи подарок, настенный фонарик в домик и чуть-чуть опыта. Ну, как бы вот так получилось. То уже следующее задание. Хотел как лучше, а вышел как всегда. Что-то выполнил сам, что-то купил, как бы, что нереально было выполнить за одно видео. Надеюсь, вам понравилось. К сожалению, на этом наш обзор подходит к концу. На все остальное у меня сегодня не осталось времени. Все остальное в следующий раз. Если вам понравилось, то поддержите это видео своими лайками. И оставайтесь с нами. Пока-пока. До новых встреч.